Ну, несмотря на проигрыш по буллитам, все-таки по большей части хорошая была игра, доминировали, хорошо оборонялись. Ну да, моментов было много, просто не реализовали. А так переиграли сегодня соперника. Надеюсь, в следующей игре добьемся своего. Ну, ты зато забил шайбу. Приходит ли уверенность с такими голами? Не, ну, конечно, приходит. Все-таки то, что мы играли на школьном уровне, и тут это отличается. Быстрее скорости. Ну, я рад то, что забил сегодня. Партнеры помогли или кураж поймал? Да не, партнеры. Без партнеров я бы ничего не сделал бы. В середине второго периода гости начали прессинговать. Началась такая вязкая игра. Как удалось все-таки вот продавить до самого финала, до буллитов? Ну, тренера на скамейке заводят. Парни, кто постарше. Мы тоже слушаем их и заводимся.